Всем привет, Днепр на связи, 17:44, такая вот погодка у нас, туман садится, достаточно тепло, мрячка, убежище, укрытие с туалетом, двери поставили. Нормально. Куча туалетной бумаги и какашки. А здесь темно и страшно, заходить внутрь я бы не рисковал, но запах еще тот. Классное убежище, укрытие. О, а что это, закрыто? Тю. Да, наливайку закрыли. Была раньше наливайка, это что-то не работает. Ну, рейды проводят. Павлоград, Новомосковск. Накрыли в Новомосковске 3 точки вот таких генделиков. Изъяли на более чем 500 тысяч гривен алкоголя какого-то непонятного. Без акциз. Короче, барматуха. Непонятно из чего варят. А потом эти алкаши выпивают и валяются. Кто сдыхает, кто доходит. Короче, не жизнь, а сказка. Что вообще по обстановке? Более-менее спокойный день. 2 сигнала воздушной тревоги. Крайний был с 2 до 3:30. Ракетная опасность объявлялась для нашей Запорожской области. Ну, вроде как обошлось. Конечно, погодка для середины декабря непривычная. Относительно. Реально, вот туманчик, тепленько. Сейчас градусов 5-6 тепла. На среду вообще обещают 8-10. Ну, лично мне нравится. Я за теплую погоду, за минимизацию рисков графиков электроэнергии, отключения и так далее. О, газ 30,99, 31 гривна. Цена нормальная. Ой, так и заблудился. Наверное, нормальная. Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с бензином, с дизелем, то вполне нормально. Чем в информационном плане этот день насыщен? Вновь безуглая Марьяна. Почитал вообще, кто она такая. Медик. Занимал достаточно высокие посты. Затем стала депутатом от фракции «Слуга народа». Вновь мобилизация женщин, вновь она двигает законопроект, согласовывая с Министерством обороны. Те женщины, которые уже стоят на военном учете, это медики, чтобы их в любой момент могли призывать на службу, именно служить, именно воевать с оружием в руках. Те женщины, которые еще не стоят на воинском учете, то есть не медики, все остальные профессии, но здоровье им позволяет, они подлежат воинской службе, чтобы их поставить на учет и призывать уже или на воинскую службу полноценную, на войну с оружием в руках, или на какие-то полезные работы. То есть, там, я не знаю, что это, копать, рыть, обслуживать. В общем, все женщины, по мнению Безуглой, должны быть задействованы. Но я надеюсь, что она в скором будущем сама покажет пример. Первая нацепит на себя каску, которая с удара кулака проламывается, и возьмет в руки автомат и покажет пример. Ё-моё, блин, эти бездельники, если честно, они лично меня уже задолбали. Напишите в комментариях, задолбали ли вас вот эти бездельники, которые с дня на день какие-то законопроекты придумывают, что-то там мутят. Залужный дал интервью. Залужный сказал, что усиление мобилизации, которое сейчас хотят вести, оно не нужно. Нужно все вернуть на те рельсы, как было. Даже Буданов там в своем интервью он подтвердил, что те люди, которые были мобилизованы насильно, без желания, от них толку на фронте абсолютно нет никакого. Но опять же, Буданов в свою очередь сказал, что отказаться от идеи усиления мобилизации мы не можем. Нужно больше людей, людей не хватает. Ну, плюс ротация и так далее. Потерь нет. Куда уходят люди, в какие города, непонятно. Под постом Безуглой Facebook
где она вновь рассказывала о своих законопроектах, в частности о мобилизации женщин. Там масса народу, которая желает ей здоровья, счастья, успеха во всех начинаниях. Там труба, что творится. Все пишут: ага, свободная страна, ценность жизни. Понравился, ну как понравился, обратил внимание на пост, один парень написал, что откройте границу и посмотрите, чего на самом деле хотят люди, в частности мужчины. Границу никто не откроет, потому что мы все с вами знаем, что произойдет. 90% мужчин выедут, останутся только те, кто привязаны к какими-то обстоятельствам. Вот такая фигня. Малята, люби хлопчики и девчата. В целом, на момент записи видео у нас порядок. Надеюсь, у вас также рабочий день к концу подходит спокойно, стабильно. Он был плодотворным. Как минимум, вас никто не задалбывал. И все было в рамках приличия. В общем, берегите себя, своих близких. Всем добра. И до нового выхода на связь. Огромное спасибо всем за поддержку. Надеюсь, поддержите канал пальцем вверх, лайком, подпиской. В общем, всем спасибо.